Всем привет, ребята! В честь того, что первая серия, которая вышла сегодня, набрала 200 лайков, а как было сказано раньше, если серия, которая выходит утром, набирает 200 лайков, то еще одна новая серия выйдет в один тот же день, только вечером. И вот, ребята, держите, еще одна новая серия. Но также не забываем поставить лайк и прокомментировать, за что вам отдельная благодарность. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, мы прокачали уже нашу команду. Вот все покемоны 60 уровня. Но, как я говорил в предыдущей серии, то, что мы идем, ребята, в ад для того, чтобы добыть себе Рар Кэнди и чтобы продолжить делать... куда? Вот. Там мобы спавнятся, только в крепости спавнятся, как я понял. Так, тут, ребята, лучше шейдеры выключить, тут нет в них вообще никакого смысла. Давайте тогда ТП 34, 65, 35. Во, отлично, сейчас уже будем знать, куда нам ТП-хаться, и можно быстро ТП-хнуться будет. Так, ну что, ребята? Полетели за Глоустоном. Нужно смотреть, где он, потому что я не представляю. Нужно какие-то другие места искать, потому что... Опа! Тут его дофига. Ребята, я извиняюсь, что эта серия в аду, то есть не ловим мы... Ну, не продолжаем мы прокачивать покемонов, но, ребята, я надеюсь, вы все понимаете, потому что как-никак нам нужны... Нам нужен Глоустон, чтобы продолжить делать Рар Кэнди, чтобы продолжить прокачивать наших покемонов. У нас кирка в офигеть какая быстрая, поэтому мы так быстренько вот это все сделаем. Пойдем пособираем Глоустон. Не знаю, сколько у нас получится, но постараемся как можно больше, сами понимаете, чтобы хватило на больше времени. Так, давай. Так, тут уже, ну давайте еще. Или можно, в принципе, тут платформы, знаете, такие строить в воздухе, чтобы Глоустон не падал вниз. И мне кажется, так будет намного лучше. Вот, типа, вот так. Я надеюсь, у нас Незер вот этого камня хватит. Вот сюда, давайте еще вот тут. Так. Ай, вот так. Сейчас. Во. Фу. Ну что, ребята, ща. Добудем, я не знаю, сколько получится у нас стаков так хотя бы. 10? Ну, 10 я не знаю, сможем ли мы добыть. Давайте сначала, знаете что? Посмотрим, сколько мы добудем с этой кучки. Вот с этой и вот с этой. А потом посмотрим, долго ли мы вот это все будем добывать. Так. Так. Полстака. А тут дофига вот этого всего. Еще вот тут. И у нас уже практически стак, ребята. И это мы еще даже вот это не добыли. Ну, точнее, не добили полностью. Так, тут у нас, я вижу, еще есть, но тут у нас может упасть вниз, поэтому нужно стоять. О! О! И... Отлично. Тут еще пособирать вот это быстренько. Так. Ребята, у нас уже есть полтора стака, и это мы еще первую кучку даже не добыли полностью. Так. Так, отлично. Опа. Офигеть, много падает. Два стака уже. То есть два стака Глоустона это равно двум стакам Рар Кэнди, можно и так сказать. Ну, если исключить все другие. Исключить все другие компоненты, которые входят в создание Рар Кэнди. Так. Не падай вниз. Не нужно падать вниз. Фу. 2,5 стака. Это... Ой, чуть не упал. Вовремя нажал Shift. Так. Так. Тут может просто упасть, поэтому я делаю такую дорожку, чтобы не падало. Ну, да, в принципе. Можно и дорожкой это назвать. Так. И там уже, ребята, около 3 стаков. 3 стаков, и я там еще даже... Хотя вот уже. Так, отлично. Приблизительно, да, около 3 стаков. Давайте быстренько еще вот сюда. Опа. Еще нужно немного добыть. Я даже не знаю, как это называется. Охренеть, просто как быстро. Офигеть. Так, ладно. Сколько? Нормально хватит, мне кажется, чтобы это все построить. Так.
Ну, ладно, давайте заберемся. Так, 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 так. Отлично. Ребята, продолжаем. Продолжаем. Нам еще нужно 7 стаков. Чем больше, тем лучше. Если одну серию посвятить тому, что мы пойдем в ад за глоустоном, чем будем каждые там пару серий туда искать, если, например, ребята, нам нужен стак Rare Candy, да, то есть, чтобы прокачать нашу команду. Мы пошли в ад, добыли себе стак Rare Candy там за 2 минуты или за сколько там, пару минут, вернулись домой, сделали себе Rare Candy. Все. Мы можем дальше идти прокачивать. Потом взяли новую команду опять через 2-3 серии, опять идем в ад, чтобы добыть себе Глустона, чтобы прокачать новую команду с помощью Rare Candy. И так бы, ребята, мы бегали каждые пару серий в ад для того, чтобы добывать себе Глустон. А так, ребята, мы пойдем, один раз добудем, нам хватит на пару команд, то есть там на команд так 5-10 вперед, и мы потом опять пойдем в ад добывать глустон уже не знаю через сколько серий, потому что нам его хватит на какое-то время. Так, это сюда давайте. И в принципе его тут много выпадает, и вот как раз мы такую кучку нашли, где его много. Так, давайте уже посмотрим сколько. Уже, ребята, 3,5 стака. За эту серию даже до конца мы тут не будем, мне так кажется, стоять. А вот сейчас, ну, с этого всего у нас будет где-то, ну, фиг его знает, 4-5 стаков. Так, так. Фу, уже, ребята, 4,5 стака. То есть у нас будет где-то 5,5 стаков, ребята. Так, давайте, мне кажется, еще лучше вот тут так сделать. Потому что это будет падать туда. Мне кажется, там уже где-то, ну, половина, не половина, но много там. Ой. Оу. Оу. Случайно нажал и случайно взял. Не взял, а нашел фишку, как можно переименовывать бэкпак. А я не знал. Ну, ладно. Большой роли это не играет. Если бы у нас там бэкпак по-другому, там, Мишка назывался, да, или, не знаю, там, Димасик, да, там бэкпак называется. Поэтому большой разницы, мне кажется, нету. Так, и еще вот это. Замечательно. Оп-оп-оп. Фу. Давайте, ребята, посмотрим. Давайте выкинем, что нам не нужно. Ну, в принципе, много тут чего нету. У нас 1, 2, 3, 4. Ребята, у нас практически уже 5 стаков ракенди. Мы тут находимся 7 минут. Вот туда я не вижу смысла идти. Там мало ракенди. Туда долго путь проложивать. Так, у нас... Ну, у нас Незер... Ой, кого я вызвал? Хотел полететь на Лифиону, да? Ой, не бейся об стенку, не нужно. Да, ты сказал же не бейся. Так. Да ты ж непослушный, а. Ух. Тут, ребята, я вообще не в курсе. Сейчас куда-то в лаву упадем, потому что я не вижу тут больше. О, вижу. Ух, нихрен. Опа, ребята, я извиняюсь. Я не знаю, что за хрень произошла. Или в тот момент, когда вы только пару секунд назад видели, для вас это пару секунд. Но когда я, наверное, летал и вот так переключал камеры, я, наверное, случайно нажал на кнопку и, наверное, остановил запись. Потому что я сейчас посмотрел, а запись действительно, ребята, остановлена. Но мы добыли уже глоустон. Ребята, ну вы не думайте, что я читер, потому что читер... Добывание глоустона, то есть взять себе из того гейммода, это глупо. Я не добывал, я только сейчас заметил. Твою мать. Но если это случилось где-то на 7-й минуте, я так посмотрел, что только 7 минут видео у нас, а мы там были приблизительно 14-15 минут. То есть половина вот того всего не записалась, потому что я, наверное, случайно выключил видео. Когда я вот так летал, да, я вот так переключал кнопки, то я, наверное, случайно нажал на ту кнопку, и видео остановилось. Но сама суть, ребята, что вот когда последние секунды там записи шли, то мы нашли, ух, офигеть, какую большую гору глустона мы добыли, и там еще дальше добыли, и у нас получилось 9 стаков, и вроде 9 стаков, и где-то 15 глустона. И потом у нас не хватило еще чуть-чуть, и мы пошли, нашли еще одну... еще одно, ну как это, небольшую залежь глоустона, и как раз мы добыли, у нас, смотрите, сколько получилось, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 и 20 глоустона.
То есть, ребят, не думайте, что я читер, потому что я пошел в ад, мы добыли на записи где-то 7 стаков глустона, и потом, ну не 7, где-то 6-5, и потом запись случайно остановилась, и я вот это все добывал, разговаривал никуда, потому что это не записалось. Но, в принципе, мы добывали глустон, и мы его добыли. Не думайте, что я половину глустона там добыл, да, половину глустона там взял с гейммода. Даже можете посмотреть, ребята, что я гейммод не включал, можете поставить на запись и посмотреть. Это еще с предыдущей серии, то есть я не выходил с игры. Вот тут Nido Queen мы прокачивали, она как раз сейчас 60 уровень, это с предыдущей серии еще. Потом мы сюда идем, шейдер, вот где мы, ребята, выключили шейдеры. Потом, где мы проэкспериментировали тпхнуться на то место. Потом, после этого, я вот тут добывал. И вот последний телепорт, где вы там видите телепорт эту 3465. Это я уже тогда тпхнулся, когда я уже закончил добывать глоустон. И потом вот вышел с портала и заметил, что запись, ну, не было записи. Поэтому, ребята, фигня. Ну, ладно, ребята, мы добыли стаки глустона. Давайте вот это все быстренько сюда заберем, вот это, что я выложил. Пойдем вот это все раскладем по сундукам. И все, ребята, мы добыли себе кучу глустона. И сейчас нам, я не знаю, ребята, насколько нам хватит вот этих, вот этого глустона. Если считать правильно, то 10 стака глустона должно нам хватить на 10 команд. Да, в принципе, много. Хотя не на 10 команд, ребята. Я же сказал, что я, может, мы же понизили цены себе на золото и на яблоки. И я сказал, что мы, наверное, то есть мы, наверное, будем прокачивать команду уже не с 50 уровня, а где-то с 40-го, 45 уровня. Поэтому, ребята, 10 команд не хватит, а чуть-чуть меньше. Но все же. Так, давайте вот это сюда. И одно яблочко я скушал, потому что я там случайно в лаву наступил, горел, и у меня там было парочку сердечек, но я успел скушать яблоко. Хотя я думаю, зря я его скушал, потому что там у меня бы еще пол сердечка или сердечко осталось. Но все же, хорошо, что скушал. А если бы не осталось, если бы я умер и там все вещи выпали. Поэтому, ребята, я скушал. А, так, я забыл еще темки. Это что за темки? Ну, ладно, давайте, ребята. Ух, и берем новую команду. Так, это сюда. А, вот я что еще забыл. Вот, орбы. Ну что, ребята, новая команда. Давайте сначала выложим вот эту. Вот сюда. Ой, нет, сейчас. Это еще нужно забрать. Так. Это 13-я, да, команда? Фу, вот, сюда. Ну что, ребята, прокачали мы еще одну команду. Новая команда. Жук, нам нужен жук, ребята. Говорите, какой офигенный жук. Давайте, может, Янму возьмем. Она жучара еще та, ребята. Такая жучара прям. Давайте ее возьмем. Ну да, в принципе, давайте ее возьмем. Потом, ребята, кто у нас идет? Потом у нас идет электрический. А вот кто у нас электрический? А, знаете, что я еще хотел посмотреть? Я забыл о одном покемоне, а мне как раз его напомнили. Солрок. Нет, не Солрок. Так. А где я его взял? Где я его взял? Вот. Второй у нас электрический. Ребята, у нас уже нету электрических, как я понял. Или я кого-то забыл, я кого-то пропустил, исключая Забуса, потому что это легендарный, да? Я кого-то, наверное, или забыл, или у нас просто действительно нету больше электрических. Это не смотрите, Пласл, это просто дополнительный. То есть... О, Шани, я что-то как-то... Слрок. Ну, давайте попытаемся, если пока мы туда не добежим, он не пропадет, если потом не застрянем, если потом с ним в бой не вступим и нас не выкинет, как это уже случалось, я не знаю почему. Я помню первого Солрока, мы же тоже его вот так нашли, был там Шайни Солрок, я к нему прибежал, нас же выкинул, то есть вступил с ним в бой, и меня сразу выкинуло, и поэтому я не словил Шайни Солрока.
Если сейчас такая хрень будет. Ребята, смотрите, Shiny Soulrock. Если сейчас запись прервется и еще что-то, то меня выкинуло. Я просто напросто заспамлю себе еще одного Shiny Soulrock, чтобы такой хрени не было. Так. Мы вообще туда копаем, может... Твою? Не успели. Ну ладно, иди ты нафиг, Soulrock. ТП. Так. Так, ладно, ребята, не успели, да не успели, пофиг. Давайте дальше идем, выбираем себе команду. Янма у нас уже есть, то есть это жук, он у нас первый в команде. Сейчас, ребята, у нас нет электрических, что хреново, а как мы будем качаться без электрических на острове, это вообще охренеть. Я, ребята, не знаю. Давайте, знаете что, ребята, сделаем? То есть у нас были огненные, да? Огненные у нас кончились, мы заменили огненных на жуков. Сейчас у нас жуков еще хватает, нам несколько команд, то есть жуков у нас более-менее. И сейчас, ребята, когда у нас кончились электрические... Давайте электрических, ребята, заменим на психических. Потому что психических у нас тоже дофига. Тот же Винаут, та же Абра. Ну, Дроузи мы уже прокачали. Кто тут еще есть у нас психических? Нужно, ребята, посмотреть. То есть Винаут, Абра есть. Это уже два психических, да? То есть отлично. Они пока что есть. Сейчас, ребята, давайте еще посмотрим. Вдруг тут еще кто-то есть, но я просто не вижу. О, а водный... Так, ща, ну давайте сначала психических. А Magikarp это какой? Там водный и дракон. А, не, ну дракон это, наверное, когда он станет Гюардросом. Ну, ладно. Так, кто у нас есть еще психический? Ну, Мью не считается. Че-то у нас много вот этих. У нас же есть Нидоквин, да? Потом Нидурина. Потом Нидоран Фемейл. Потом... Нидорино, то есть Нидоран Фемейл, то есть Нидорино мы можем удалить. Так, кого еще, ребята, мы можем засунуть в команду? Короче, давайте возьмем, будем брать и психических вместо электрических, и также бойцовских. Мне так кажется, будет нормально. Парас, вот, в принципе, Параса тоже. Ну, Парас жук и травяной, поэтому давайте сохраним его на остров. Мне кажется, как раз будет логично. Давайте возьмем... Давайте, ребята, возьмем Мачопа. Пускай будет. Потом травяной. Травяной, ребята, травяной. Берем Лифиона. Какого нафиг Лифиона? Не травяной? А, точно, давайте сначала травяного. А водяного мы возьмем... Давайте сначала Magikarp, может, ребята. Давайте Magikarp. Кто тут у нас еще есть травяной? Есть ли у нас вообще травяной? Ребята, у нас, походу, и травяные закончились. Как я понял. А ну, ты у нас психический? Да, психический. Тебя мы тоже сохраним. Ребят, я просто так смотрю, я не знаю, кого брать. Психический, бойцовский, жук. Ну, давайте тогда вот тут, потому что я вообще не в курсе. Вместо летающего. Ребята, у нас уже все покемоны закончились. Я даже сейчас не знаю, кого нам брать. Я не знаю, ребята. Ну, давайте сначала так. За огненных пошли жуки. За электрических пошли бойцовские и психические. Потом вместо летающих у нас идут, допустим, нормальные, да? На пост, можно и так сказать. На пост нормального покемона мы берем... Давайте Shiny Манчлакса. И потом дополнительные, но дополнительные это у нас уже все дополнительные как бы пошли, мне так кажется. Давайте возьмем Глейгора. Пускай вот такая... Я, если честно, даже не знаю, как это назвать, какая это команда, потому что это что-то новенькое. У нас какие-то все разные команды, типы пошли. Янма у нас, ребята. Вот этот жук. Потом Шайни, он у нас... Ой, случайно. Шайни Мачоп. Потом Жирафажир психический. Потом Magikarp водный. Потом Манчлакс. Шач, у нас в этой команде уже три...
Шани. Шани, Маншлакс нормальный. Потом еще Глейгер. Глейгер у нас, ну, земляной летающий. Ну, ладно, ребята, давайте на этом закончим. Пошли мы в ад, добыли кучу глоустона. Глоустона нам хватит на несколько команд, там даже больше. Взяли мы новую команду, какая-то странная немного. То есть я еще не знаю, ребята, где нам лучше будет всего качаться, потому что, ну, жука мы еще прокачаем на острове. Потом я, ребята, вообще не в курсе, где нам кого будет нормально прокачивать. Напишите в комментариях, где нам нормального прокачивать, где нам, ну, водного, ладно, еще можно на бишарпах. Где нам лучше всего прокачивать бойцовского и психического. Ну, это, ребята, потом посмотрим. На этом заканчиваем, ребята, эту серию. Это вторая серия за сегодня, поэтому не забываем ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.